всегда, вот, знаете, все время, вот, что с 24 числа есть всегда тревога. Есть, конечно, и воздушные тревоги, вот, которые нас немножко вводят в ступор, начинается немножко внутренняя паника, потому что, ну, увиденное, услышанное так просто за какое-то короткое время, оно не может. То есть вот так. Как это еще объяснять? Ну, понятия не, ну, даже не могу сказать, передать словами, как это происходило. Это было, ну, я не знаю, я думал, это сон какой-то. En un contexto como este, la población sufre el trauma de haber estado a punto de perder la vida, haber sido testigo de situaciones violentas, el trauma y el estrés de una larga ruta hasta llegar a lugares seguros, que eso afecta a su supervivencia, y un gran dolor por la pérdida de familiares o de amigos en el conflicto. И, знаете, я уже сюда приехала, и были такие скачки, вот. От, наприклад, 15 хвилин. Я можу заплакати, можу вже посміятися, можу там, ну, якось в якусь депресію впасти. What they going through is really horrible. They're living with this uncertainty, this ambiguity, not knowing how to fix their life.